Всем еще раз привет. Сегодня решила такое снять видео. У меня грандиозная распродажа вещей на Дюшке. Я тут начала разбирать сегодня шкафы и обнаружила, что у меня огромное количество вещей, некоторые даже новые, которые мы не пользуемся на данный момент. Это касается и одежды, и некоторых других вещей, приданого для малыша. Очень многое, на самом деле. Я покупала за достаточно большие деньги, но вот сейчас мы этим уже не пользуемся, поэтому готова их, скажем так, продать тем, кто заинтересуется данным предложением. Я это все еще буду выкладывать на Авито, вот, но на канале решила вдруг, и кто-нибудь из моих подписчиц, у них есть знакомые, которым это может пригодиться, или что-то из вещей понравится моим подписчикам. Итак, начинаем. Начнем с тех вещей, которые не касаются одежды. Это какие-то вот полезные вещи, которые можно использовать по уходу за малышом. Значит, во-первых, у нас есть совершенно новый дождевик на коляску. Классический, видите, он упакованный, даже не распечатанный. Дело было так, значит, мы когда купили коляску, да, у нас там к коляске не было в комплекте дождевика, и я сначала заказала вот этот, но мой беременный мозг его потерял, и, соответственно, мы купили второй, и мы пользовались, а вот этот вот я недавно нашла, то есть это совершенно новый дождевик на коляску, которая классика. Вот, значит, вот такой есть у меня дождевик. Далее, значит, я продаю свою сумочку на коляску, которой я пользовалась коляской Кам. Она в отличном состоянии, то есть вообще как новая. Я ее покупала там, не знаю, что-то, наверное, около 3000. Вот. Отдам, естественно, значительно дешевле. Здесь вот есть отделение для ключей и документов. Вот есть такая подвесочка, очень удобная для ключей. Вот здесь карман, здесь еще один карман на молнии. Здесь вот карманы для подгузников, салфеток. Вот. И в комплекте к ней такой контейнер для бутылочек. Сюда, кстати, помещаются на самом деле любые бутылочки, что очень хорошо. Сюда помещаются бутылочки Авент. Это, кстати, потому что они не во все контейнеры, не во все помещаются. Вот здесь вот такая вот внутри фольга, типа, ну, как бы тепло на самом деле держит неплохо эту бутылочку. Не могу сказать, что очень прям супер-супер долго, но пару часов она у вас, если вы пойдете в поликлинику или гулять, она у вас, бутылочка со смесью, тепло продержит. Вот, это вот к этой сумке. Значит, вот такая вот сумка тоже, очень удобная. И мне она чем еще нравится, она не смотрится как такая супер мамская сумка, она, в принципе, с джинсами, кстати, прикольно смотрится. Вот, и здесь, собственно говоря, ремень, просто к нашей новой коляске, кто смотрит мое видео, там шла другая совсем сумка, и она не подходит к ней, поэтому я вот решила ее продать. На самом деле пользовалась я ей где-то полгода, наверное. Ну вот она нигде у меня не порванная, нигде ничего, такая вот сумочка. Вот, значит, это сумка. Дальше, ну, это вот уже как бы больше к разряду одежды. Вот такие вот очаровательные пинеточки из Мазаки. Они практически с рождения, месяцев где-то, наверное, до 4-5. Вот для фотосессии или пойти, вот мы в поликлинику ходили, модничали. Вот, они на липучечке, чтобы не спадали. Вот, очень такие симпатичные, красивые туфельки. Значит, тоже у нас участвуют в нашей, так сказать, распродаже. Так, еще вот у меня совершенно новый слюнявчик. Он у меня был в коробочке Box for Baby. Удобный, кстати, но я просто перешла на слюнявчики, те, которые клеенчатые. Вот, а этот совершенно новый, очень мягенький, хороший слюнявчик. Им как раз первое время, когда вот ребеночек срыгивает или что-то, очень удобно пользоваться. Вот этот он совершенно новый. Так, дальше вот такой вот маленький, это вот комплект таких, скажем так, постельных принадлежностей, маленький полотенчик, его можно с собой или в дом взять, или ребеночку вот личико вытирать, просто у нас как бы очень много, поэтому вот этот лежит тоже новый, без надобности. Так, это вот в комплекте, скажем так, для пеленального стола я отдаю, у меня это вот тоже новые, просто я покупала их 10 штук, вот, 20 даже, по-моему, 20, да, этими вот я не пользуюсь, мне там еще несколько новых, но вот 3 я, скажем так, отдаю. Значит, вот эти вот полотенчики, они с
петельками для крючков. Соответственно, теперь переходим к комплекту для пеленального стола. Вот вешается на край пеленального стола вот так вот, собственно говоря, для полотенчиков вешалочка. Просто нам сейчас уже как бы это не нужно. И набор таких вот трех контейнеров. Очень удобно. У меня здесь стояли средства по уходу за пупочной ранкой. Всякие там полезные мелочевочки. Когда вот я очень часто использовала пеленальный стол, когда она была маленькая. Сейчас как бы нам хватает одной коробочки, которая у нас стоит. А вот эти вот у меня были все заняты. Можете посмотреть в мое видео про обзор пеленального стола. Вот, то есть этот комплект для пеленального стола я, собственно говоря, тоже продаю. Так, возвращаемся, значит, к уходовым вещам. Значит, вот у меня тут три ситцевых пеленки, они совершенно новые, как бы постираны, поглажены, но я как бы их купила в большом количестве, этими ни разу не пользовалась, поэтому именно вот их как бы тоже продаю. Мне в таком количестве они не нужны, я там себе оставила 4 штуки, я думаю, что мне хватит. Дальше тоже набор фланелевых пеленок, вот одна такая, она поменьше размером, вот это европейской какой-то марки такая вот пеленочка. Мягенькая, красивенькая, тоже новая, ни разу мы ей не пользовались. И три вот таких пеленки, их я шила сама, но тоже новые, то есть мы ими ни разу не воспользовались. А вот такой расцветки, такая вот с мишками и вот такая с бабочками. Вот я их оверлочила, покупала ткань вот, для пеленок в ткани, в магазине ткани. И вот сама делала, но вот три тоже осталось, новые, неиспользованные, поэтому тоже идут в комплект по уходу. Так, дальше, сейчас, секундочку, значит, что у нас здесь еще? Значит, бутылочка для густых жидкостей Mazikea, соска на ней стоит новая, мы ей немножко пользовались, но как бы саму бутылку на соску я поставила, она нулевая. Вот, но бутылочка тоже, видите, совершенно практически как новая, она нам просто как бы для густых жидкостей мы сейчас используем уже, ну, как бы больше авентовские, а вот это вот я, соответственно, тоже с ней остаюсь. Совершенно новая бутылочка для маленьких, совсем деток, для новорожденных, антиколиковая, доктор Браун, для того, чтобы допаивать малыша водичкой, или как раз вот маленькие дети, где-то до месяца, чтобы, может быть, из них кушать смесь, вот такая вот запечатанная бутылочка доктор Браун. Так, дальше соска Нук, 6-18 месяцев. Такая вот симпатичненькая, ортодонтическая, силиконовая. Так как соски мы не сосем, вот последняя у меня осталась. Тоже, естественно, ее продаю, она мне не нужна. Так, вообще я хочу сказать, что... А, еще вот тоже для пеленального стола такая вот коробочка. Там можно сложить ватные диски, ватные палочки и тоже убрать, чтобы они не пылились, вот поставить на стол. То есть это вот тоже к этому набору. Хочу сказать, что у меня очень много всяких разных пробников косметики, и ко всем вашим, если вы будете что-то у меня покупать, я вам буду делать приятные такие подарки, вот типа таких вот маленьких косметических средств, вот, допустим, пенка, шампунь Johnson's Baby, потом вот у меня есть детский увлажняющий крем 0+, от фирмы Aqua, пробники подгузников от Муми, это маленький размер тоже для совсем маленьких деточек, экологически чистые подгузники. Вот, в принципе, на самом деле, вот эта вся гора, это практически полностью приданное для маленького ребенка, за исключением маленькой совсем одежды, которую я давно уже продала, а вот основные сами принадлежности, они как бы вот у меня почему-то, я что-то не додумалась сразу их скопом все продать. Так, ну, собственно говоря, следующая очень полезная вещь, мы ей активно пользовались. Сейчас я сменила на больший размер, и мы до сих пор как бы спим. Очень удобно, это спальный мешок. То есть для ребеночка чуть подросшего, которому уже месяца два, вообще незаменимая вещь. Здесь вот с защитой расстегивается такой мешок, да. Здесь тоже расстегивается, то есть полностью вот так расстегивается, раскрываете, закрываете, застегиваете. Ваш малыш не раскроется, ему будет тепло. Это от компании Mazikea. Вот такая чудесная расцветочка. Такой вот спальный мешочек без рукавов для наших городских квартир, самое вообще оно то, что надо. Вот такой спальный мешок. Дальше. Следующий, это такой постельный комплект, его можно использовать или в коляску. Мы когда было холодно, вот этот вот стилали второй матрас в коляску, это фирма Little Baby, или можно это использовать в люльку, то есть они подходят тоже для люльки, типа Simplicity или в детские люльки, значит, матрасик,
подушка, простынь на резинке. Тут была в комплекте вот такая вот. Это тоже все компания фирмы Little Baby. Итальянская. И такая вот типа подстилочка, клееночка, то есть она здесь непромокаемая, и такая вот она махровенькая, очень мягенькая, то есть ее в принципе вообще можно подкладывать под пеленочку и куда-то там ребеночка класть. Это вот такой вот комплект от фирмы Little Baby. В принципе можно как бы по отдельности, но вообще я как бы его весь месяц целиком продаю. И вот такой вот кокосовый еще матрас в коляску. Замечательный. Это, в принципе, универсальный подход для всех колясок. Он и в камовскую коляску. Чуть-чуть, правда, был великоват, но нормально лежал. Вот. И можно в любую классическую коляску тоже прекрасно подходит. Он кокосовый. Вот такой достаточно жесткий для новорожденных, то, что надо. Так, это то, что касается всяких разных принадлежностей. И сейчас, собственно говоря, перейдем к большому количеству одежды, которая тоже у меня сейчас есть на продажу. Да, вот еще забыла две таких полезных вещицы. Это вот такая вот ортопедическая подушечка в кроватку. Вот. И позиционер для сна. Вот эти вот, они здесь на липучках. И можно перестегивать в любое место по размеру ребеночка. Такой как бы матрасик, и к нему два таких позиционерчика. На одном у меня какое-то такое вот непонятно от чего пятно. Вот. Но так в целом, видите, состояние такое практически как новое. Вот такой еще удобный позиционер. Так, ну и теперь переходим, собственно говоря, к огромному количеству одежды. И начнем с комбинезонов. Такая целая огромная куча. Кто смотрит мои видео, все знают, что у меня их было очень много. Значит, вообще, если вас какая-то вещь заинтересует, я оставлю в инфобоксе свою почту, вы мне пишите, и я отвечу вам на все вопросы. Могу скинуть какие-то дополнительные фото. Ну, хотя на видео все хорошо видно. Значит, первый комбинезон размером на 6 месяцев. Он, ну, 3,6 на нем написано. Это на такую, ну, не знаю, апрель, скажем так, месяц, на тонком синтимпоне. Ну, с такой вот симпатичной тут овечкой на двух молниях. Очень удобно он одевается. Вот, средней такой толщины. На ножке к нему прилагаются вот такие вот пинеточки. Это первый комбинезон. Вот как раз те детки, которые родятся, наверное, сейчас, вот им он весной как раз будет хорошо. Так, следующий комбинезон велюровый, вот с таким вот классным зайцем. Здесь вот такой вот зайчик вышит с ушами, тоже вот в апреле месяце, если холодный май, можно носить вот такие классные уши, ручки закрываются. В реальности мы вот еще в сентябре его носили, то есть где-то вот он на до полугода вообще просто отлично. То есть опять же вот тоже деткам, которые скоро родятся, то есть в декабре, в январе, вот пойдет просто вообще как раз на весну и на лето, если очень холодно у нас бывает иногда. Так, следующий комбинезон, он такой слегка ветровочный, на тоненьком таком вот синтепончике. По-моему, 68 размер, да. Компания Футурина, это из детского мира. Вот с такой вот симпатичной здесь шапочкой, капюшончиком, чтобы в ушки не поддувало. Здесь вот рукавичек нет, но здесь такая резиночка, а ножки закрытые. Вот такой вот комбезик. Так, следующие комбезы, мы их носили очень мало, то есть они вообще в состоянии новых. Это вот такие классные комбинезоны, это, по-моему, Baby Go, тоже из детского мира. Они вообще каждые около 2000, там 1900 там, с чем-то они стоят. Один я купила, второй нам подарили. Вот с такими классными ушами. Он утепленный, то есть вот как раз на май, сентябрь. Мы их носили где-то до 6 месяцев. То есть вот очень хорошо. Закрытые ножки, очень удобно на молнии, здесь защита, ручки закрыты. Вообще ребенок в них смотрится просто вообще мега стильно, мне очень нравилось. Вот нам и розовый, и голубой очень шли. Вот один вот такой вот, розовенький. И второй такой голубенький, тоже вот с такими ушами, тоже с закрытыми ушками. Вот такой комбезик. Так, следующая вещь. Это такой вот
даже не знаю, флис, не флис, на таком тоненьком флисике, тепленький такой симпатичный комбинезончик, он, по-моему, где-то на 62, наверное, сантиметра, да, 3-6 месяцев, нейтральной такой расцветки, для мальчика, для девочки подойдет, тепленький, тоже вот такой приятный комбинезончик, вот такой вот, без ножек, то есть можно колготочки вниз или там, а сверху его, такой красивенький. Так, это наше любимое просто пальто от компании Zara. Размер у него 68, 3-6 месяцев. Ну, реальность не так на 5-6, я так сказала бы, 4-6 месяцев он идет. В 3 месяца, конечно, великовато. Вот, это уже вот на типа такой толстовки одевать. Но оно на синтепоне тепленькое. Вот такое пальто. И последнее. Такое мега крутое, нарядное. Платится где-то на 3-4 месяца. Вот так вот. Еще буквально пара вещичек. Вот такой симпатичной птичкой. Спальный мешочек. Вот он такой. Здесь на резиночке. В нем хорошо спать, когда в квартире очень жарко. Или летом. Вниз какой-нибудь тоненький бодик. И сверху вот этот вот спальный мешочек. У меня просто садится батарейка. И я сейчас к розетке подсоединил телефон. Так, еще вот такой вот нарядный слип от Mother Kia с длинным рукавчиком. Здесь вот с такой симпатичной аппликацией объемности с бантиками, цветочками. Вот он без ножек, а с такой вот оборочкой красивой. Здесь вот на заклепочках тоже на размер 3-6 месяцев. Так, и последние это вот такие ползуночки. Значит, на них написано 68-74, они на самом деле 68, потому что нам сейчас вот мы 71, они нам малы. Такие вот тоже праздничные, с бантиком. Симпатичные. Волшебный сладкий мир. Да? Вот. А это, в принципе, в основном все вещи, которые у меня есть. Вот. Поэтому с вами прощаюсь. Все вопросы по поводу того, если кого-то что-то заинтересовало, пишите. Отвечу на все вопросы. Если кому-то что-то понравилось, задавайте вопросы. Почту оставлю в инфобоксе. Так что буду ждать ваших вопросов и предложений. Кому что понравилось из наших вещей, которые на продажу. Всем пока. Заканчиваю свое видео про распродажу детских вещей. И следующее, то, что у меня есть, это вот такие кожаные классные тапочки от Минимен. К сожалению, мы их для нас не смогли вообще поносить. Я про них сначала забыла. Вот, и как бы они нам сначала были велики, а теперь уже, когда мы начали в прыгунках прыгать и ползать, они нам малы. То есть у меня у Нади такая ножка не маленькая. Вот она сейчас, мы одеваем ботиночки 19 размера, 8 месяцев. Я точно помню, что у старшей у меня было, наверное, поменьше была ножка. Ну, вот как бы 18-19 размер у нее, а эти они чуть поменьше. Поэтому вообще новые, они полностью кожаные, очень мягкая такая кожа. Так что это вот такие ботиночки. Так, дальше еще у меня есть тоже новые, совершенно неношенные брючки от компании Баркита. Я их покупала в Карамлике. Размер 68. Здесь с такими рюшечками на резиночке. Здесь вот пояс можно регулировать по ширине. Сзади тоже такие вот рюшечки симпатичные. И как бы мы их вообще тоже ни разу не одели. Они нам сначала были велики, весной явно уже будут малы, поэтому мы их вот совсем не поносили. Так, еще вот у меня есть футболочка такая вот Mother Kia, симпатичная. Вот такая вот футболочка. Тоже это на размер 3-6 месяцев она. То есть 68 размер. Так, 68 тоже размера футболочка такая симпатичная от компании Baby Go. Тоже нам уже мало, потому что мы сейчас носим 74 уже размер. Так, дальше еще два бодика Мазерке. Там вообще еще был третий, но там на нем пятно, поэтому я его как бы не даю. Вот один такой розовый с сердечком. И к нему в комплекте вот с такими вот еще цветочками. Вот такой вот бодик. Вот. Тоже они 3-6 месяцев размер идут. Так, от компании Смик
таким вот симпатичным жирафенком. У нее еще была шапочка, но я ее не могу найти. Комплект этот, этого. Вот, поэтому вот такой вот тоже слип 68 размера. Тоже нам уже мал. Тоже мы его так хорошо носили. Вот, но видите, ничего здесь на нем как бы нет. Качество очень хорошее.